Ребята, всем привет! Сегодня хочу с вами сделать интересный рецепт. Называется курица по-французски. Давайте посмотрим, что для этого понадобится. Ну, как обычно, поехали! Для нашей курочки по-французски я взял бедрышки без кости, обрезал с них все лишнее и отбил молоточком через пакет, чтобы без брызгов получилось. Здесь грамм 800 примерно, 900 тире. Вот, дальше. Картошечка, нарубленная слайсами, тоненько. Масло растительное. Приправа для курочки, майонез и солюшка. Перчик, мельница 4 перца разных, там вкусненькое очень. Помидорчик, нарубленный очень тоненько слайсами, очень тоненько. И чесночок, 2 зубчика больших, будем через пресс. Соус будем делать, я покажу, как его будем делать. Очень интересно. И еще у нас будет, соответственно, сыр 200 грамм. Любой. Ребят, ну что, давайте приготовим наш соус. Берем чесночок, загружаем в черкасную давку. Чеснок отдавку. Выдавливаем. Все это наше дело. Сюда. Ничего не будем курицу никакими специями так обмазывать, а мы сделаем по-другому. Такой брутальный мужской рецепт для любителей курочки и вообще мяса. И всяких царствований. Оп, оп, оп. Вот так вот, отлично. Так, ложка нам нужна, это сюда, в сторону. Берем, естественно, наш кичунес. И выдавливаем сюда. Немножечко кипяченая теплая вода. Она не горячая, просто кипяченая. Комнатная температура, может, чуть теплее. Примерно. И вот добиваемся вот такой консистенции. Однородной. И потом будем... курочку я буду раскладывать на противень с картошкой. И будем это все поливать. Так что вот делаем такие несложные, нехитрые манипуляции, и будет классный соус. Опробовано уже, это вкусно. Так, ребят, вот, размешал соус, и немножко прям сюда вот так сверху, чуть-чуть прям вот щепотку от этого количества, это пойдет уже в конце. И все это размешиваем. Вот такой у нас соус вышел, будем это потом заливать все, покажу как, естественно. Так что не уходите, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь, кому нравится мое такое необычное, брутальное блюдо курица по-французски. Ну что, ребята, свою соленость имеет. Так что сейчас будем продолжать уже с курочкой. Так, дальше. Берем прям курочку и вот так кладем на картошку. Прям. Берем и кладем. Опа. Вот видите, как отбилось вот такими пластинками. Брутально, да, ребят? Поливаем нашим соусом. Вы спросите, а где же лук? Ну, лук я не захотел. И мои девчонки тоже не захотели. Они сказали, давай с чесночком. Я решил вот создать такой вот вкусный соус. Вот. Давайте это все дело будем сейчас с вами заливать. Прям вот так вот. Вот так вот прям. Поливаем по всей поверхности. Этим замечательным соусом. Он очень вкусный, кстати, получается. Попробуйте его сделать, если что-то будете, вот мяско какое-то запекать. В принципе, ребята, это хороший соус. Насыщенный такой. Можно его дополнить, воды поменьше в него добавлять, а можно дополнить немножко соевым соусом чуть-чуть. Так что соус обалденный. Так, ну вот так вот все я сейчас разолью, и мы с вами будем дальше продолжать. Ну что, ребят, вот такое у нас чудо получается. Сейчас будем ставить в духовку. И чем прикольно, что не надо каждый кусок курицы или того же мяса любого обтирать чем-то. Вот залили прям вот этим соусом, и все пропитается, и картошечка, и будет по красоте, ребят. Давайте зажигать духовку. Ну что, друзья, наша духовочка нагрелась. Ставим нашу курочку по-французски
мужской рецепт брутальный сюда, в духовочку, пускай запекается. Так, ставим, так. Сейчас у меня газ нижний горит, так, 180 градусов. Поставлю пока. Время засеку 30 минут пока, чтобы потом посмотреть. Еще же нам надо будет с вами посыпать это все за 10 минут сыром. Так что давайте встретимся с вами перед тем, как засыпать сыром. Еще, ребят, мне пришла новая камера. А что думаете, сделать обзор на нее? Распаковка там, ну и посмотрим, что там в комплекте шло. Интересная экшн-камера. Вот, сегодня не получилось у меня забрать, потому что поздно пришла, и на улице дождь идет. Поэтому напишите в комментариях, интересно ли будет вам. Я отдельный ролик сниму про распаковку камеры и обзор вообще на камеру. Хорошо? Спасибо, ребята. Остаемся на канале. Ну что, ребята, наша курочка почти готова. Вытаскиваем ее, ребята. Так, сейчас будем ее, как и обещал, посыпать сыром. У меня где-то 35 минут прошло время сейчас приготовления. Вы смотрите, каждый по своей духовке, как у вас духовка работает. Так, посыпаем, ладно, сыром все это дело. И ставим еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился и приобрел какую-то румянец, корочку, так сказать. Так что, красота какая. Запах чесночный такой. Помидорно-чесночно-куриный. Ой, ребята, это просто. Друзья, это просто бомба. Вы друзья даже, не ребята, а друзья. Потому что уже вы мне как друзья. Мои подписчики дорогие. Молодцы, что смотрите меня. Это так радостно вообще вот. Кто комментарии пишет, там лайки ставит, все радостно. Молодцы. Уважаю вас, ребята. Вы прям молодцы у меня все. Обожаю вас, ребята. Вот такие вот пироги. Вкуснятина будет неимоверная, ребята. Так. Ну и ставим еще в духовку, чтобы заколеровать и заплавить сырок. Там я еще где-то в начале видео сказал, что я поливаю киченезом, и это оговорка про по Фрейду. Ребят, киченеза никакого нету. Это майонез и соус на основе его. Ну что, ребят, все, я вытащил это дело. Давайте будем сейчас накладывать это, пробовать все. Эту красоту. Ой. Получилось очень классно. Даже не знаю. Так, ну ладно. Вот. Оно даже режется просто, как будто ножом. Ладно, возьмем какой-нибудь небольшой кусочек аккуратно. Подвинем поближе, чтобы не обляпать ничего. Прям с картошечкой. Снизу берем. И вот так сгружаем. Вот так. Получилось прям четенько. Четенько получилось. Так, это отодвинем немножко, чтобы не обжечься, ребят. Получилось классно очень. Так, сейчас будем пробовать, ребята. Мне кажется, это очень вкусно. Поджарилось. Ребята, давайте пробовать. Не знаю, простите, что на камеру все время это делаю. Мне кажется, это интересно тоже вообще. Мясо. Сейчас попробуем. Вернее, курицу, да? Горячая очень. Конечно, хорошо бы постудить. Так, картошка. Ну-ка, готова картошка. Давайте посмотрим. Ой, а сыр тянется, прям прилипает. Давайте картошку попробуем. Мягкая. Ну, вы режьте сами, знаете. Очень тоненько режьте. Ну, такими слайсиками, сами понимаете. Так, ну-ка, курицу попробуем. Что на соль-то вот? Получилось? Вкусно, ребята. Так что, кому понравилось блюдо, ребят, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем спасибо и пока. До новых встреч.